играми в FIFA. Георгий Черданцев и Константин с первых минут играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. До гостей. Команда сыграет по схеме 4-4-2. Похоже, тренер решил сделать ставку на фланговую игру и на весы в штрафную. Лещук продолжает идти вперед. Да ну, это совсем никуда не годится. Кто проводит свое время в FIFA? Георгий Черданцев и Константин с первых минут играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. До гостей. Команда сыграет по схеме 4-4-2. Похоже, тренер решил сделать ставку на фланговую игру и на весы в штрафную. Лещук продолжает идти вперед. Да ну, это совсем никуда не годится. Кто проводит свое время в FIFA? Георгий Черданцев и Константин с первых минут играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. До гостей. Команда сыграет по схеме 4-4-2. Похоже, тренер решил сделать ставку на фланговую игру и на весы в штрафную. Лещук продолжает идти вперед. Да ну, это совсем никуда не годится. Кто проводит свое время в FIFA? Георгий Черданцев и Константин с первых минут играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. До гостей. Команда сыграет по схеме 4-4-2. Похоже, тренер решил сделать ставку на фланговую игру и на весы в штрафную. Лещук продолжает идти вперед. Да ну, это совсем никуда не годится. Кто проводит свое время в FIFA? Георгий Черданцев и Константин с первых минут играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. До гостей.
Команда сыграет по схеме 4-4-2. Похоже, тренер решил сделать ставку на фланговую игру и навесы в штрафную.